42-летний архитектор из Москвы, разместив объявление о продаже эксклюзивных украшений, хотела провести сделку исключительно под присмотром банковских камер. Но в телефонных беседах покупательница уверяла, что украшения у нее самой не счесть, а новые нужны для одаривания будущей невестки. В итоге архитектор поверила мошеннице и доверилась логистической компании, отправив ценности в Воронежский постамат. Не получив 6 миллионов рублей, потерпевшая проверила статус отправлений по трек-номеру. Выяснилось, что посылки уже получены. Однако коды никому не передавались. Воронежским оперативникам удалось установить подозреваемую в совершении мошенничества, а также выявить несовершенство системы безопасности логистической компании. Как оказалось, обманную схему провернула жительница Павловского района. Она, представляясь от имени отправительницы, назвала трек-номер, после чего забрала отправленные украшения. Следственным управлением МВД России по городу Воронежу завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Воронежской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотрено статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в совершении преступления не признала, ущерб потерпевшим не возместила. Однако во время обыска обвиняемые нашли часть похищенных украшений. Достаточность доказательств подтвердила и прокуратура города Воронежа. В настоящее время уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения в Коминтерновский районный суд города Воронежа. За совершение мошенничества в особо крупном размере женщине грозит до 10 лет лишения свободы.